Леонардо, я тоже ученый, и мне плевать на чужие законы. У меня к науке страсть, влечение, мой пример Леонардо, гений возрождения. Я свой пиар-менеджер, юрист и водитель, директор финансовый и исполнительный. Я владелец и продюсер себя самой, что ты можешь предложить мне, ковбой? Я свой композитор и свой поэт, и я же исполнитель, претензий нет. Мои научные труды безупречны, так и быть, дарю их человечеству, но их коды вы расшифруете через столетия. От души вам желаю кавказского долголетия. Острота восприятия мира, память, воображение, творческие догадки, теоретические обобщения, ежесекундная над собой работа. И вот с экранов ТВ на вас смотрит Джоконда. Я схожу с Леонардо полотен, и мне недостаточно глаз лишь пары сотен, ведь его картин смотрит Джоконда, и на нее обращены взгляды миллионов. Фитнес, бассейн, спа-процедуры, постоянно приходится следить за фигурой. Я клина в руках Леонардо, я его кисти, краски и все, что ему надо. Он мой режиссер, со мной его лучшие кадры. Для обложки Playboy меня фотографирует Леонардо. Моя красота уникальна и многогранна, поэтому я не схожу с ТВ-экрана. Может, вам показалось, что я слегка устала? Нет, мне всего этого мало.